Здравствуйте, с вами канал на IMDb. При рождении каждый человек получает имя. Мы привыкли считать, что имя влияет на характер человека, на его предпочтения и вкусы. Однако специалистам удалось определить еще одну закономерность. Помимо значения, каждое имя обладает уникальной энергетикой, благодаря которой некоторые люди больше остальных притягивают к себе удачу и счастье. Чаще всего этот вопрос интересует прекрасную половину человечества. И для вас в этом ролике мы назовем 5 женских имен с большой удачей. Виктория. Женское имя Виктория – одно из самых известных и распространенных имен в мире. Уже не одно тысячелетие это имя наделяет своих носительниц невероятной силой и мощью, целеустремленностью, стремлением к победе и лидерству во всем. Как известно, Виктория – это имя богини Победы, поэтому оно просто не может обладать слабой энергетикой. Порой уверенность, решительность и сила воли в характере носительниц этого имени даже зашкаливают. Существует еще и мужская вариация этого имени – Виктор. Это добавляет в характер женщин по имени Виктория мужские нотки. Но это не мешает им быть невероятно привлекательными и изысканными дамами. Такие девушки обычно достигают успеха во всем, за что возьмутся, как в профессиональной, так и в личной жизни. Анна. Анна – еще одно известное во всем мире имя. Женщины, названные именем Анна, имеют высокую степень защиты от всевозможных потрясений и невзгод. Ученые пришли к выводу, что самые распространенные имена можно считать самыми надежными, сильными и удачливыми. Благодаря мощной положительной энергетике, Аннам, как правило, везет по жизни. Женщинам с этим именем благоволит удача, как в работе, так и в любви. А сила воли делает их стойкими и непоколебимыми в случае каких-то неудач. Вера. Вера – это имя, наделенное невероятной силой, мощью и божественным началом. Да, именно Господь подарил людям веру. Веру в высшие силы, веру в счастье и удачу, веру в любовь и веру в себя. Даже когда все вокруг рушится, нужно верить в то, что это лишь подготовка к чему-то новому и хорошему. Имя Вера обладает невероятно сильной защитой. Именно это не позволяет носительницам этого имени сломаться, помогая им стойко переживать любые трудности и невзгоды. Чаще всего испытаний на их долю выпадает не так уж много, ведь это имя привлекает только удачу и счастье. Александра. Женское имя Александра наделяет своих обладательниц силой духа, уверенностью и огромной целеустремленностью. Не исключено, что в этом заслуга его мужского начала, ведь это женская форма имени Александр. На примере Александра Македонского все точно знают о мощи энергетики этого имени. Девушкам по имени Александра присуща очень развитая интуиция и умение быстро анализировать ситуации. Именно это позволяет им быстро ориентироваться при резкой смене обстоятельств, ловко избегая лишних проблем и трудностей. А в сочетании с целеустремленностью это и есть ключ к победе и удаче. Маргарита. Маргарита – это одно из самых удивительных и сильных женских имен. Оно наделено невероятно сильной энергетикой и интересным значением. Считается, что девушек, названных этим именем, все беды и ненастья обходят стороной. Кажется, что небесные силы тщательно оберегают и защищают их от всевозможных негативных факторов. При этом Маргариты не только сами находятся под защитой, но и защищают других. Они оказывают на них положительное влияние, помогают им по жизни и заряжают близких присущей им жизнерадостностью. А какое имя считаете самым удачливым вы? Напишите в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. А с вами был канал на IMDb. Спасибо, что вы с нами, и до встречи!